Ну, снимаю. Так, без Шамба без мата, потому что идет видеосъемка. Несик, зажми а готов. Что? Сейчас он 5 секунд. Все. Теперь Сникер. Сникер, зажми готов. Все жмем готов, оно сейчас начнется через пару секунд. Погнали! Лак какой-то новый появился. Ждем! Вот погнали. Всё. О, я на втором месте. Да-дам. Они вот. Все лиг прошли. Надо по ПВЕ погонять. Да вот, блин, дождались этого. Манса он выгнали. Что? Манс вышел с клана? Угу. Почему? Ну, говорит, давите вы все, говорит, у меня лагает, говорит, на КВ, вы просите, и скайп, и КВ, говорит, я КВ зайду, у меня, орете, скайп, говорит, я скайп подключу, у меня лаги, Говорит, я не могу, так, зачем я, типа, буду подставлять ПВПшный клан, когда я постоянно играю ПВЕ? Я ему сказал, что он чепуху, я его, изначально, когда я его брал, я ему сказал, что мне не важно, что ты ПВЕ или ПВП. У нас есть ПВЕ игроки, так что нормально. Нет, ты... ну он и ПВП нормально играет. Ну да, так он еще и ПВПшник хороший. Ну да. Так я как бы хотел такого человека иметь, чтобы на ПВЕ нам помогал проходить миссии. Он мне неплохой пацан. Вова, да, его зовут? Он справа. Далеко. Вижу, я вижу. Там наверху один. Ого. Слишком далекий, ебать. Что-то перемещение у них какое-то. Что-то мне я вижу, как будто они этот исчезают, появляются. Я подлагиваю да полностью, короче. Кто-то ко мне звонит. Бля. Я о, хотел на думал, мне, на мне. Понял. Тугадум, это Сергей сейчас в скайпе. Несквик и Сникерс, да? Да. Бордини в скайпе. Это значит, это Сникерс сейчас говорил? Нет, это вместо Несквика играет ее брат. Несквик и ее брат вместе с ним. А, Лев что ли? Да. На винтах есть, там аккуратно. Есть, видел. Ролик. Нифига себе, уже фото. А, на листах, на листах ходили. Два человека на листах. О, Сникерс тут туда побежал. Идем наверх. Илья, что? Откуда он нарисовался? Куда здесь? Илья! Да откуда ж ты бьешь, зараза, вот он. Ресает. Они вот. Лагеры какие-то жуткие, не могу. Вот, справа там ресает. Команда хорошо. Противника уничтожена. Блин, здесь мина боялся лечь. Сзади дырка, я впереди мина. Я хочу, ты уже исправишься. Нашу базу. Раунд начался. Все, два раунда затянули, можно сливать топ. Не, тянем они еще. Я тебе скажу. И нубы. Не нубы, далеко не нубы. И там наверху один прям у кодового ящика. Сергей, снизу моста у тебя. Зад, Серега, зад. Я пока чай на спину стрелял, ты бы видел. Минуты две, наверное. Чё-то да, я заметил, что кто-то по мне бомбит, кто откуда не видно, дым. Давайте на винты все, Сергей. Давай. Ну вы сейчас там отхватите, там слепо первое залетает у них. Давай, а прокид гранатами не забываем. Да, гранатами закидаем. Ждут, они... Подожди, Сергей. Да. Он упал. Вот одному уже приземлило. Там один упал. Добейте его. Давайте последний оставим. Реша. Поставим на главную. Вот он лежит, человек троем мимо пробежали, никто не видит. Хотел реснуть, блин, не получилось. А у них это прикол, кстати, лежать. Я двоих завалил вот таким макаром, как бы, что они лежат тупо. Раунд начался. Как будто трупы, знаешь. Что-то они посливались. Кто посливались? Я одного опрокинул. Можно раз. Вот это...
трогай эту трубу. Сергей. А-а-а. Суй. Трое же. Давай. Опа, класс. Сам побежал. Один наверху, два чела наверх. Их там трое. На дальнем кирпиче. Ай, на мне. Ох, зараза, двое спустили. Один на винты, по-моему, убежал. Или он сразу справа. Хотел... Ох, красава. Вон, сникер сзади. Да, блядь! Нормально. Шамба без мата. Тебя на видео, потом мат. Защитите коды запуска любой ценой. Сегодня вечером будут... Папа будет ремнем тренироваться, а мамка смотреть видос. Ах, мамка будет уважать, как сказать. Мама меня не ругает, наоборот, защищает. Все, она будет защищать папу. Ну, а тебя сломал, ты что, с матом ругаешься? Он заколебал. Где, я не понял. И где там раз сидит? И он слева, хорош. Ресный. А, не успел. Я сайт. Прям в кишке сникерс. А, у Сергея там. Хороша группа, да? Да, давай, короче, все этот на защиту пусть сам. Хорошо. Наверх подкиньте. Да, давай идем, что у них снопов нету отключено. Снопов? Офигеть. Иду через туннель стопудово, потому что граната приземлилась. Там борзы. Борзово один снизу. Он прям в кишку побежал. Вот так. Там еще один в кишке. Сдали. Назад, Нес. Блин, успел. Что? Короче, ладно. Все. Полечу вас. Это рус буквально. А что у вас а? Сохраните воды запуска. Шамба! Раунд начался. Через слово, давай, через слово. Я уже игру не врубаю. Что? Через слово говорю. Хорошо. На крыше один. Крыша, не могу. По счету. Я оттуда сейчас умру. Буду за тобой, блин, бегать. Сидим, пусть сами и придут. Меня придет, да. А, не получилось. У него хп мало, он идет на леса. Тугодум прям внизу. Иди и встреть его. А, у нас на втором кирпиче. Борзый, давай. Борзый, нет, скайпер. Резайте, ребята, резайте. Серега, резай. Мы выиграли. Не успел. Прикиньте, если мы топ затянем. Затянем, все. Я сказал, куда вы денетесь. Уже тщетная какая-то осталась. Раунд начался. Куда идем? Сегодня хоть играем? Нормуль, блин. Вчера, когда мы? Вчера, позавчера играли. Блин, резните меня, Сергей. Один, блин, к этому... Да он заколебал, он передо мной появляется и начинает... Прячься, там снизу. Рез и быстрее. Тихо. Ой. Заряда нет. А я. Кто это? Уходи оттуда. Я что, никого не затащил? Не может быть такого. В толпу стрелял. Кто это там? Что ты что сказал? Хорош. Офигеть. Надо книжку написать, как мы затащили шизоидов. Скрин сделать. А видео снимается все это время. Все равно я скрин сделаю. Так я же видос снимаю, думаю, что у меня они все исчезают и появляются. Не, место что он исчезает. Не потянуло немножко, надо было графику уменьшить. Ну, знаешь, что обидно, что вот вроде видишь, что они исчезают, появляются, когда видео снимает, показываешь, они нормально бегают. Обидно. Да. Орешь там, блядь, ребята, исчезай, это, бля. А это у тебя лаж просто так. Да походу я случайно их затянул, да? Конечно. Ты вообще нуб-нубом, но так вот затянул. Потому что из-за пинга мне тетя.